Я первый раз буду записывать поздравления с Новым годом для своего канала на Ютубе. Когда-нибудь надо было начинать, как бы. Тем более сейчас на канале очень дружелюбная ламповая атмосфера. Нас немного на канале. Те люди, от которых я постоянно получаю, так сказать, обратную связь, их еще меньше. И я все-таки верю, что канал будет расти, канал будет развиваться, и той атмосферы, которая присутствует сейчас, уже никогда не будет. И поэтому вы, дорогие подписчики, вот сейчас, вот, так сказать, вы те, кто стоите в самом начале. Потому что, несмотря на то, что я отношусь к этому каналу как к своему хобби, я допускаю такую возможность, что когда-нибудь это будет для меня серьезной работой. Я буду относиться к Vice Game как к какому-то информационному агентству по видеоиграм. Но на сегодняшний день это просто мое хобби. Хотя на жизнь я себе зарабатываю тоже видеосъемкой. Я делаю видео на заказ, продаюсь то дорого, то дешево, но это как-то слишком не по-новогоднему что-то. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелаю, чтобы следующий год был лучше предыдущего. Я не хочу сказать, что 16-й был плохим годом, но я всегда верю в лучшее. Вот. Пусть каждый Новый год будет не просто очередным годом, что ура, мы выжили, а это будет какая-то новая победа, новые знания, новый опыт, новое. Потому что одного Нового года недостаточно. Важность представляет не дата, а то, что сегодня мы можем переосмыслить предыдущие 12 месяцев. Ну так вот, поднимем же бокалы за новый 2017 год. Уходит год огненной обезьяны и приходит год огненного петуха. Да, дорогие подписчики, спасибо вам за то, что вы подписчики, спасибо за то, что вы есть, так сказать. И я буду очень рад, если в новом году те, кто еще не делился моими видео с друзьями, то, пожалуйста, делитесь этими моими видео с друзьями, я ведь стараюсь. Хочется получать больше просмотров, чтобы это меня мотивировало на то, чтобы я уделял каналу больше свободного времени. Да. И еще разок, с наступающим, друзья. Всего вам самого лучшего. До новых встреч.